Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, ну что, забираем награды за девятый день. Вымпелы весенние. Не чтобы назвать вымпелы веселья, нет какого-то весенья. Ну, в принципе, весна, поэтому сами понимаете, почему так назвали. Так, друзья мои, ну что у нас тут? Вылупилось, да? Давай глянем, что у нас тут. Ух ты, ветроход. Друзья мои, ветрохода у меня нету. Ветроходы очень нежные и добрые существа, которые превращаются в сущих демонов, когда речь заходит о защите своей стаи. Даже не вздумайте прикасаться к яйцам ветрохода в присутствии самки. Во как. Ветроходы врываются в бой, словно порыв обжигающего ветра. Намотайте себе на ус. Так, ребят, ну естественно я размещаю в ангаре. Да-да, именно там. Так, ну что, давай посмотрим с тобой пак. Для начала бесплатный, который нам дают. Загадочный. И... так, монеточки. Пинеточки. Так, а здесь у нас что? Ну-ка, шторморезик. Шепот смерти. Барс и вепрь. О как. Замечательно. Так, и криволап. Ну, криволап у нас, по-моему, есть. По-моему, есть, друзья мои. Сейчас я его буду отпускать на вольный хлеба. Пускай летит. Все. Так, отказаться. А, у нас же еще пак за рекламу, естественно. Ну что, монетки Одина. Кстати, у нас уже 606 монет. И здесь... так, шторморез, костолом, водорез. Подожди-ка, по-моему, я костолома могу уже прокачать. И крылатый ужас. Но его мы тоже с тобой, наверное... у меня аж два в наличии. Конечно, отпускаем. Зачем он мне нужен? Так, давай-ка теперь посмотрим, что нам смертушка принесла. Сломанный меч плюс 109 тусклого янтаря. Давай-давай-давай, не ори, а иди, иди дальше. Ищи нам что-нибудь приятное, полезное и нужное. Так, тут уровень, что ли? Ну да. Так, скалотряс получил 34 уровень. Так, здесь мы с тобой забираем рыбу. Обожаю, когда миллионами падает рыба. Так, здесь уровень, да, ветрокрыл получает. Потом древоруб, 72 левел. Принцесса огнеедов всего лишь 25. Так, беззубик, что ты нам принес? Ну-ка, покажи. Рыбка, дрова. Дрова и дрова, да чтоб тебя. Давай-ка глянем, что у нас тут. Не надо мне такое щедрое предложение. Вот, возьмем с тобой топорик. И возьмем с тобой яблочки. Нормуль. Кстати, что у нас по событиям? Ох, ё! Друзья мои, у нас аж два события. Ну ладно, это мы с тобой еще, как говорится, не допрошли. Но здесь подготовка драконья демография, оказывается. Это стоило, как говорится, один день, точнее два дня не поиграть, ребята, как у тебя уже новиночки тут появились всякие. Это круто, это хорошо. 10 тысяч древесины. Так, значит, сегодня будет хорошая серия, ребята. Надеюсь. Так, давай-ка мы с тобой 8 рун. Так, пускай он в одиночку летит, бесплатно. Я не хочу, ребята, тратить на них руны. Так, а здесь нам что достанется? Ну, естественно, шестеренка. Ты что-то другое думал? Конечно же, будет именно шестеренка. А выпадет мне тусклый янтарь. Ах ты, засранец. Ладно, шиш с тобой. Нет, ты что-то прохлаждаешься. Так, кривоклык. Иди вон в пограничную долину. А здесь у нас что? Ну, естественно, шестеренки. Ага. Тусклый янтарь, сказали, парень. До шестереночек ты еще не дорос. Барсик, а ты что-то прохлаждаешься? Тебе надо... блин, а прикольно, ребят, смотрится, да? Скрытый мир, барс и вепрь. Увеличит награду в приключении. Серия испытаний. Особое умение плюс 8. Серия испытаний здоровья плюс 81. Круто, ну ценник, ребята. 10 тысяч рун. 10 тысяч рун. Это... это очень много для меня, по крайней мере. Так, ну что, мы можем с тобой сейчас, наверное, поставить, сможем или нет? Можем. Так, хорошо, теперь давай обдумаем, кого нам прокачивать. Для того, чтобы... так, 75 уровень нужен.
Ё-моё. А у меня с рыбой-то, по-моему... Хотя нету проблем. Или все-таки есть? Все-таки, по-моему, ребята есть. Заберем тусклый янтарь. Блин, а что я его тогда не взял-то, а? Забыл, видимо, про него. 75-й, да? Иди, качайся, Громелька. 75-й уровень. Это будет первый. Получит 75. А, нет, нет, вру. Два. Два дракона уже будет 75 уровня. Блин, а нужно 9. Тут 66 уровень. Погоди секунду. 60. Да чтоб вас. Тут 67. Погоди. А кто у нас? Да ладно, вы серьезно, что ли? Даже у меня без зубик, извини меня, 68 уровня. 35 лямов требуют за обучение. Ну ладно, хорошо, пускай идет обучаться. Слушай, да где же я им достану 9 драконов-то, ё-моё. Проблема прям какая-то. Этот говорит, покорми его. 72-й. Так, ну, наверное, мне выгоднее вот здесь вот покормить. Он мне как бы и подешевле обойдется. И не хватает. Не хватает рыбы. Ой, ребята, премиум подписка кончится. Что мы будем делать, я не знаю. Мы тут с тобой, наверное, застрянем надолго и навечно. Громобой тоже имеет 65 уровень. Жестко. Так, ладно, забираем с тобой награды здесь. И пойдем. Куда мы пойдем с тобой? Пойдем на события. Их сейчас очень много у нас, так что надо проходить. Ну, забрать уже не может. Так, получите еды. Победите драконов. Используйте ускорение. Кстати, вот это мы можем с тобой все выполнить и получить вот этот пак. Драконов победить можно. Ускорение можно сделать. Так, еду, я думаю, мы получим с тобой. Сейчас будем события проходить. И без зубика уже в путешествие отправить можно, в принципе, в самом конце. Так, что-то я здесь не добрал. Понял. Так, арена. А почему, скажи ко мне на милость, у меня на арене ничего не открыто? Здоровски просто. Активировать, да, видимо, забыл. Так, у нас с тобой есть еще место. Но нету рыбы. Так что, друзья мои, все, идем на события. Для начала будем с тобой проходить вот это вот. Потому что тут осталось, во-первых, времени мало. Прогресс 33%. Угроза, превентивный удар. Фух, собрались. Так, что у нас тут за молокососик? Понятно. Сейчас мы с тобой попробуем быстренько раздеребанить. Ну-ка, кусь-кусь. Ну, тут обычный удар. Так, я надеюсь... Ага, он даже почему-то... Е! Так, последняя волна. У нас с тобой 7. Ребята, 7 энергии. Ху-ху. Слушай, это же круто. Так, не надо вякать. Не надо вякать, я тебе говорю. Ай-яй-яй. Больно как было. Слушай, у нас сейчас будет с тобой, знаешь что? Должна быть заморозка. Надеюсь, успеем. Да успеем. Так, в принципе, даже неплохо вжарим. Опачки. Добью в первую очередь древоруба. Я не хочу, чтобы он нам тут пропечатал своей суператакой. Дальше, дальше, дальше. Вот этого, наверное, будем. Да? Злобного змеевика, так назовем его. Ух, хорошо прокатили. И все. Все, ребята, этот хлопчик наш. Я надеюсь, не надо объяснять, почему, да? Ну, потому что, во-первых, он слепой. Да, иди ты, еще уклоняшку взять. Ты на ничью не выйдешь, даже не мечтай об этом, парень. Даже не мечтай. Все. Великолепно, ребята. Первая победа на сегодня. Давай крутить колесо и смотреть, что нам здесь с тобой достанется. Рыба. Ну, как раз нам подойдет для того, чтобы покормить наших драконов. А здесь древесина. Окей.
Так, значит, мы с тобой получаем вымпелы после этого боя. Потом передвигаемся сюда. Будет боевка. Здесь боевка, да? То есть это еще минус 2. Потом получаем пак. Нет, за сегодня не получится, друзья мои, пройти, к сожалению. Ну, ладно, завтра. Завтра мы точно с тобой добьем. Завтра мы с тобой добьем это событие. Давай-ка, наверное, с громобоя начинать, потому что лаварых меня особо не пугает своими дешевыми ударами. А вот этот парень, да, этот жучар еще тот. На тебе. Так, ну что, что ты будешь делать, лаврык? Ничего, а этот... Хотя... Все под контролем, друзья мои. Все у нас сейчас по топчику идет. Ударчик. Пора его, по-моему... А, не получается. Но он зеленый, ребят, поэтому... Он такой сильный, крепкий. Ну что хочет, а? Барсь ко мне, терроризирует. Мы будем хиляться, конечно же. Хиляться и потихоньку-потихоньку его наказывать. Он сейчас будет... А, я думал, сейчас поставить себе защиту или еще что-нибудь. Нет. Ничего такого он не стал делать. Ну что, добьем его, а? Кривоклык. Красавчик. Последняя волна. Здесь у нас... Ага, шторморез. Да иди ты. Тройной удар. Ну что, я предлагаю сейчас сделать заморозку. Давай, наверное, сюда укусим. И заморозочку. Хорошо. Так, тройной удар, наверное, будем с тобой все-таки добивать. Прекрасно. Теперь хильнемся, пока есть возможность. Да давай. Че мы теряем? Ничего. Ты че вскочил, а? Петручо, че тебе надо? Ах ты, жук навозный. На. Все, друзья мои. Пока идем неплохо. Крутите колесо, говорят нам. И я с удовольствием... Давай, давай, давай. Ое! Друзья мои, 3 прилива сил. У меня было 7 плюс 3, 10. Такого количества у меня еще ни разу не было. Давай еще, а? Не, тут древесина. Ладно, тут грех обижаться, друзья мои. Все отлично. Так, забираем с тобой вымпелы. Прогресс 41%. Вымпелы весенние. Ну что же, и двигаемся с тобой дальше. Так, у нас с тобой 3 энергии, да, еще? Как раз этот пак мы все-таки с тобой заберем. Но то, что у меня 10 энергии, это, конечно, круто. Это очень круто, ребят. То есть я могу... Да я дофига что могу делать. Особенно суперудары именно своим ветрокрылом. Так. Бомбим. Давай уничтожим его. Окей. Ну что, громорок, станцуем? Станцуем. На тебе укусик. Так, мы хильнемся. И еще раз впечатаем ему. Ну что ты там? Эй, тебя умоляю. На. Блин, зеленый. Опять думаю, что такое, ребят? Чего мы его пробиваем тяжело? Ну, потому что он зелень. Сейчас будет все-таки, да? Вот докопался до барсика, и хоть ты тресни. Ну что, вторая волна, смотрим, кто у нас тут. В принципе, ничего страшного нету. Вот то, что не первые ходят, это да. Тут... О, даже как. Но мне вот этот вот парень не нравится. А что будем делать? Будем с тобой делать следующее, наверное. Всех потихонечку, полигонечку покусаем. А теперь, естественно, заморозка. Так, штормореза будем уничтожать первым. Прекрасно. Хиляемся. Теперь у нас злобный змеевик. Так, добивай, добивай его. Ну что, шитик, попался, да? Попался.
Что бы он ни делал, ребят, все равно у него не получится нас тут выиграть. Ну что же, мы двигаемся дальше. Крутим колесо и смотрим. Да ладно. Прилив сил, ё-моё. Мне такое впечатление, что меня готовят к чему-то такому очень-очень серьезному. Эть. Надо было все-таки остаться на приливе сил. Ну что, друзья мои, мини-босик нас поджидает. Поехали. Хочу посмотреть, кто там и что там. Ого. Громобой. Громорок. В общем, хватает тут, да? Ладно. Нам, скорее всего, придется здесь использовать наш супер удар. Скорее всего. Блин, смотри, что делает, а? Уклонение, это хорошо. Поехали. Кого укусит? Ветрокрыло? Угу. Ветрокрыло. Задел, саданул. Так, ребят, теперь делаем. Все-все, да. Поехали. Так будет безопаснее для нас. Во-первых, мы с тобой сейчас поуничтожаем ненужный хлам, который здесь появился откуда ни возьмись. Так, здесь, наверное, не будем пока хиляться. Так, уничтожаем. Ну что, Громорок, все, допрыгался кузнечик. Что, сразу взгрустнулось тебе, да, вдруг? Я понимаю, грустненько проиграл. Так, здесь у нас что? Упс, упс. Блин, я в самом хвосте, ребят, нахожусь. Да что за дела? Но тут как-то надо. Хо-хо-хо. Я даже не знаю, ребят. Сейчас начнется тут, походу, дело. Если я укушу. Ой, сейчас кому-то, наверное. Ай-яй-яй. Ну что, Ветрокрыл, твой выход. Так, у нас с тобой есть два хода. Отлично. Так, 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 что бы лучше сделать-то? Давай, наверное, вот так. Я рискую, ребят, иду ва-банк. Блин, а, ну да, все нормально. Сейчас он сделает свой удар, но не массовый. Блин, ну и так было плохо на самом деле. Ага, смотри-ка, что у нас получается. Опачки. Опачки. И все. Все, ребята. Победа за нами. Поехали и уничтожаем его. Прекрасно. Двигаемся далее. Ну что, давай крутанем и посмотрим. Древесина, 28 миллионов. Давай следующий пак. Ить, опять древесина. Да что ж вы будете, ребят, меня все древесиной-то кормить. Ладно, в любом случае мы с тобой забираем пак. И идем. Ну-ка посмотрим, что тут нам. Шторморез, Громоль, Древоруб, Шепот смерти, Ужасное чудовище, Громорок, Громоль и Кривоклык. Ребят, 36 карточек на Кривоклыка. Еще нужно 4. Ну что, вперед. Это у нас самый простой обычный бой, ребята. Сейчас мы его попробуем быстренько пройти. Кстати, 58% у нас прогресса. Волна 2, да, значит, у нас. Понятно. Что-то мне эта команда напоминает предыдущий бой. Точно такой же состав был. Только здесь. Ой-ой-ой. Так, давай без бафов. Блин, что-то они так барсиком не прессуют. Блин, я не успею, да? Знаешь, что мы с тобой сделаем? Вот так вот. Я знаю, что это сейчас будет делать свой суперудар, наверняка, но так оно и есть, ребят. Причем массовый. На тебе. Смотри, смотри, что они сделали. Ребят, мы не можем с вами применять суператаки. Да ты достал уже, а? Что, неужели придется тратить, ребят?
Придется. Что делать-то? Я офигею, на обычных каких-то драконах мне пришлось потратить, извини меня, две хилки. Что это такое, а? Я такого давно не помню, ребят, чтобы вот так вот в одном бою две хилки. И это еще далеко не последний бой, еще вторая волна будет. Уровень 13, в принципе, не такой, не максимальный. Почему меня так тут разбирают, не пойму. Просто не пойму. Так, последняя волна. Что она? Ого! Да, тут-то. Ха-ха. Тут, ребят, вообще не айс. Что делать-то будем? Так, ну, естественно, не позволять этому охламону нас бомбить. Надо было заморозить их, да и все. Что-то я тупанул тут маленько. Они, естественно, начинают бомбить мне криво-клык, смотри. О! Теперь мы с тобой сделаем вот так. Ну, молодец, красавчик. В том же духе, пожалуйста, продолжайте, и все будет тип-топ. Отвали ты, а! Ханорик мелкий. Запарил уже. Так, добивай своего этого кореша и... Готовься сам уже, как говорится, отдуплиться. Поехали. Раз. Два-с. Ну и слепота, естественно, друзья мои. Сразу слепоту вешаем. И можно, как говорится, уже расслабиться. Угу. Бомбим. Он красный, да? Почему так здоровье отнимается мало? Как будто он зеленый, ребят. Как будто он из класса стражей. Может быть, потому что у него уровень 15. Ну и все. Да? С этим испытанием на сегодня покончено. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Опять древесина? Может, хватит уже, а? Древесина это меня кормить сегодня. Дайте вот плод мудрости. Нет, древесина, рыба, древесина, рыба. Понял я, короче, вас. Так, ну что, прогресс 62%. Сейчас я посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребята, завтра мы, по ходу дела, с тобой пройдем. Если все пойдет гладенько, без какого-нибудь подвоха, мы пройдем с тобой это событие. Так, что я хотел сделать? Глянуть. А что я хотел глянуть? Я же ничего не заработал. Молодец, красавчик. Так, я хотел, значит, кого-то покормить и отправить. Что? Офигеть, как у тебя быстро рыба заканчивается. Жесть, друзья мои. Это просто жесть какая-то. Рыба просто со скоростью света заканчивается. Подожди, а почему я этих ребят своих не отправляю, а? Скажи-ка мне на милость. Эти рыбные души ни с того ни с сего взяла и закрылась игра. Замечательно просто. Я даже не успел его отправить. Лети давай. Так, ты что прохлаждаешься? Тоже давай за добычей. Все, кто может у нас что-то добывать, пускай летит и добывает. И нечего тут сидеть, прохлаждаться, да? Так, а я беззубика куда-то отправил на 17 часов-то. Так, лети за рыбой. Ты за... За древесиной. И ты за рыбой. Как-то так. Ну что, друзья мои, у нас еще одно событие. Вот это вот подготовка драконья демография. Давай-ка откроем и посмотрим. Так, коротенькое, да, это событие у нас. На Улухе пора провести новую перепись. Серьезно, это очень важно. Вы уж с дикими драконами поаккуратнее. Понял тебя. Поаккуратнее. Фух. Я обожаю вот эти вот коротенькие, ребята, события, по-моему, которые проходятся. Да, проходятся довольно легко. Ну-ка. Оу. Довольно легко. Два зеленых, ребята, здесь у нас. Два зеленых. Это, как говорится, раздолье для кривоклыка.
Только он здесь может хорошо повеселиться. Так, ну что, громобой, я думаю, мы с тобой шваркнем. Ну. Раз. Два. Ча-ча-ча. Так, сейчас будет суператака. Ну, так как он, ребята, слабенький, зеленый, еще юнец, соответственно, я так слабый. Так, мы с тобой залечим раны. Ну что ты опять-то? Ты посмотри, а какой настырный. Да, 12 уровень, фиг его пробьешь. Опять сейчас? А, нет, нет, энергии не хватает, поэтому добиваем его. Так, переходим с тобой на последнюю волну, на вторую. Злобный змеевик вместе с прыщалыгой. Так, ну что мы можем с тобой сделать? Да давай вот так вот сделаем, пускай он нам помогает. Все. Так, а этот взял и усилил себе атаку, а? Паршивец этакий. Вот и все, больше не будет он вякать здесь. Ну что, змеевик, давай там, что там? Че почем? На. По морде кирпичом. Еще. Блин, надо было слепоту вешать. Че я тут раздухарился-то? А хотя, ребят, все равно ему крышка уже. Все. Все, друзья мои. Прекрасненько. Крутите колесо, господа хорошие. Дай плод мудрости. Нет, зачем тебе плод мудрости, когда тебе лучше древесины? Всего лишь 4 миллиона. Как много. Опять древесина, да чтоб вас, а. Да еще так мало. Ладно, забираем с тобой пак. Загадочный, да? Ну и переходим на следующий поединок. Кстати, здесь будет 100 рун. Но вначале вымпелы. Давай-давай, показывай, кто у нас там. Ага. Душитель плюс чудовище. Так, синька и фиолка. Фиолка. Фиолка по синим. Фиолка по синим. А синька по красным. Понял. Поехали. Ну что ты, что ты, что ты, шиттик? Угомонись. Блин, понизил броню, ребята, плохо. Ладно, будем... Оу. Отлично. Что я могу сказать? На-ка. И они опять вдвоем ходят. Инициатива у них, конечно, да, ребята. Что-то перебор, по-моему, с ней. Так, что нам, залечиться, наверное, надо с тобой, да? Поехали. Раз. Ну. Понял. Я пока ничего не буду вешать, ребята. Ни слепоту, ничего, я думаю. Хильнуться. Давай хильнемся. Бамс. Добиваем. Так, ну что, переходим на последнюю волну. Здесь у нас скала. И чудо-громелька. Начнем со скалы, конечно же. Хотя громель тоже, ребята, еще тот фрукт, особенно вот этот вот. О, найс. Баю-баюшки-баю. Не ложись на краю. Придет серенький волчок. Точнее, серенький дракончик и укусит за бочок. Ну что ты там, ну. Мне нравится скин, ребята. Прикольный. Так, давай, наверное, хильнемся. Ага. Хотя можно было бы сделать немножко попроще. Можно было бы не хиляться, а пропустить. И мы бы могли на него повесить слепоту. А он хочет на ничью, ребята, выйти. Я уже чувствую просто это. Но, видимо, не дано ему. А хотя, подожди, какая ничья? В событиях ничьей не бывает, ребят. Тут драки идут до последнего. Ну-ка, порадуйте меня, пожалуйста. Да не надо, блин, древесину. Блин, мне что, на лбу написано, что дайте мне древесины. Да лучше бы уж рыба, чем древесина, если честно. Ладушки, забираем с тобой 300 вот этих вымпелов. Так, а у нас точно? Нет, у нас хватит. Три энергии, как раз вот здесь бой, здесь и босс. И босс будет.
Какой там босс, фиг его знает. Увидим, короче. Ого. Давненько, ребят, я не видел кревета. Давненько. Кстати, кто-то из подписчиков написал, чтобы я взял кревета в отряд. Вот только вместо кого? Фиг его знает. Может быть, вместо... Упс. Вместо барсика. Так, если я ударю... Сделаем с тобой, наверное... Да я не это хотел, блин! Ладушки, хорошо, фиг с вами. Так, ну что, добьем? Конечно, добьем. Теперь надо будет лечить раны. Или не надо? Надо. Надо лечить раны. Блин, этот синий-то... Окей. Надо еще подлечиться. Как-то успеть надо, ребят. Подлечить нам раны еще. Все, прекрасно. Ага. И добиваем. Так, переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас там. Ох, ничего себе. Смотри, какой громель. Прям такой сияет, радужный весь. Это же скала, да? Это у нас скала. Что делать? Наверное, вот так вот. Ага, раз, два. Упс, неужели, неужели я потеряю, ребята? Нет, еще пока не все потеряно. Еще пока не все потеряно, друзья. Естественно, уничтожаем скалу. Блин. Так, теперь, наверное, все-таки лучше залечимся. Сюда. Кусаем и добиваем. Отлично. Прекрасно просто. Так, ну что, все шансы на победу есть. Все абсолютно шансы. Когда тем более вот так делаешь, это вообще, ребята, нормуль. И... Так, он промахивается, и мы с тобой добивочный будем. Блин, ну, скин прикольный, мне нравится. А также мне нравится, что мы его вынесли. Крутим колесо и смотрим. Вау-вау-вау-вау. Неплохо. Пак необычный. А тут древесина. Будь она неладна. И 100 рун мы с тобой, кстати, забираем. Спасибочки. Ну что, 1500 рун у нас уже с тобой накопилось. Поехали дальше. Ребята, мини-босс. И в конце нас поджидает уже босс. Не забывай, что у нас с тобой сколько там энергии-то? 11. Воу. И тут, кстати, груша. Так, сейчас, секунду, подумаем, подумаем, кого. Наверное, вот так вот. Громелька, успокойся. Тут две волны. Ай-яй-яй. Во. Мне нужно... Блин, хотел сказать, дожить до этого. Он сейчас будет... Нет, я думал, бафать будет. Странно. Слушай, блин, что нам с тобой сделать? Мы можем сейчас их заморозить, всех. Давай я так, наверное, сделаю. Я их всех сейчас заморожу. И будем потихоньку разбирать, одного за другим. Начнем, конечно же, вот с этого. Так, теперь древоруб. Лечиться будем? Будем. Раз. Ой. Ой-ой-ой, он, ребята... Он проснулся. Тут, наверное, лучше... Нет, лучше добить. Так, громелька, ты успокойся. Не кипишуй. Блин, со своим фаерболом, а. Ну что, залечиваем раны. И добиваем. Так, и смотрим, друзья мои. Древоруб здесь у нас босс. Мини-босс, так скажем. Фиг его знает, с кого тут даже начать-то. Давай так, наверное. Угу. Так, фиол по красным не особо, да? Хорошо заходит, я смотрю. Да. Зато по...
Тихо ты. Ну, вот так вот сделаем. Так, в сон. Начнем с разборки тройного удара. Именно с него. Раз. Два. Теперь. Успеем ли мы с тобой, водореза? По идее... Ай-яй-яй, не успеваю, ребята. Блин, без крита. Сейчас... Ну, сейчас конец Барсику. Оу. Слушай-ка. Никакой, ребята, не конец. А очень даже хорошо. Все, 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 парень, успокойся. Бесполезно тут выпендриваться уже. Потому что ты будешь наш. Целиком и полностью. Даже не выделывайся. Хе-хе-хе. На-ка. Прекрасно. Ну что, еще один поединочек остался. Давай крутить и смотреть. Ну понятно, древесина. Не рыба, а древесина постоянно идет. Затесалась ко мне. Опять древесина. Ну что, я тут ничего не поделал, ребята. Дают древесину и все. Хоть у меня ее и перебор уже, но они все вот дают ее мне. Пошли, пошли. У нас с тобой последний поединок, последняя энергия, и тут будет уже босс. Ага. Две волны? Две волны. Ну что, давай потихонечку приступать. Понял. Не дурак, дурак бы не понял, а я понял. Так, синие будут атаковать красного. Ага, ну это все наоборот. Дай-ка я вот так вот сделаю, ребят. Ну, сами понимаете, зачем это все делается. У нас еще впереди босс, а мне нужно оставить достаточное количество энергии. Опа. Раз, два. Блин, а успеем? Ах ты, ё-моё. А, вот ты что делаешь. Вот ты что делаешь, парень. Ну, это круто. Пшел вон, как говорится, с арены. Ой, сейчас, сейчас что-то будет, друзья мои. Кого-то даже минус, да? Нет. Нет, друзья мои, выжил мой роднулькин. Давай его так, наверное, сделаем. И мы с тобой будем залечивать раны. Ну, пытаться, по крайней мере. Так, укусик. Залечим раны. Ну, он, естественно, промахнется. И добиваем. Ну, а теперь ждет нас... Ох, хо-хо-хо. Блин, он прикольно смотрится. Серьезно тебе говорю, мне нравится. Так. Да, что же нам сделать-то? Ну, давай, наверное, так попробуем для начала. Тройной удар выпендривается. Сюда теперь. Придется еще одну энергию, ребята, тратить. Не хотелось бы, но вот придется. Поехали. Блин, Кривоклык, ты что там завис-то? Так, подожди-ка, раз. Блин. Фигня получается, да? Ё-моё, не успею, наверное, мы его добить. Н-н-н. Ну, он тоже не особо тут сильно нам ударит, если честно. А вот теперь... А вот теперь самое вкусное начинается, друзья мои. Самое вкусное и самое интересное. Ох, вон смотри какой, ребята. Просто непробиваемый. Но нам-то на это плевать, верно? Нам на это далеко плевать. Он ничего сделать уже не сможет. Все, ребята, он под слепотой. Все его атаки детские лепит. На, еще дозу получи. Да, то, что мы, конечно, его будем разбирать долго, но, поверь мне, лучше долго, тише едешь, дальше будешь. Не зря такая поговорочка есть. На-ка. Ой, как хорошо мы его разбираем. Мне же прям так нравится. А больше всего нравится мне, ребят, когда мы с вами проходим вот эти все события. То есть мы получаем награды. Жалко, конечно, что премиум подписка закончится. Очень жаль, будет все намного-намного дольше, ребят.
намного дольше. Так. Давай еще разочек пропишем. И... нет. Или да. Или... нет. Давай так просто ударим. У него пока слепота все равно, ребята, действует. Так что мы в безопасности. Ну что, добиваем его. И все. Это испытание у нас пройдено. Давай крутить колесо. Ох ты. Ребята, серия испытаний. Неплохо. Все-таки есть справедливость на этом свете, ребята. Есть. Так, и рыбу. Ну, рыба не будет лишней. И мы с тобой забираем еще ареновский пак. Ай, красота. Это важнейшее для Олуха данные. Нет, правда. Вот, возмещаю вам потраченное время, боец. Спасибо. Шторморез, шепот смерти. Так, шипорез. Ужасное чудовище. Водорез. Экзотический дымодышащий. И сардель. О, ребята, сарделька наконец-то у нас может прапаться. Ну что, как ты понимаешь, завтра мы с тобой допройдем, я надеюсь, вот эту вот угрозу. Хотелось бы допройти. Так, и вкусненькое самое, ребят. Забираем наши паки. Так, монетки Одина. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас там по монеткам, что мы можем с тобой приобрести. Так, древорубчик, громобой, кревет. Ну и тут просто ресурсы. Окей, давай следующий пак. Вот он. Необычный набор. Кто у нас тут? Лаварых. Ну его, ребят, я само собой отпускаю. Лаварых у нас есть, поэтому он мне не нужен. Так, и последний пак. Это вот этот. Серия испытаний. Кто там у нас? Ох, ё, лаварык-защитник, друзья мои, это новая карта. Такой у меня не было. Спасен дракон-лаварык. Конечно же, в ангар. Так, здесь мы забираем с тобой наградушку. Опа, 20 рун еще прихватили. 20 рун. Так, ну что, все у нас тут на добыче. А я хотел кого-то, ребят, по-моему, покормить. И вернись, родной, я все прощу. 24 миллиона, представляешь? Иди добывай. Так, подожди, а кого-то же я хотел? Может быть. Так, 63 уровень. Твою же налево, я не помню, кого я хотел прокачать. Обучить. Иди обучайся, сидит там. Пригрелся втихушку, а? Жук. Так, вернем. Все, да? Беги, собирай. Блин, 75 уровень, конечно, ребята, это сложно будет. Сложно будет их всех прокачать. Это сколько нужно ресурсов, ты представляешь? Просто тьма тьмущая. Так, а ты-то... ну, все, в принципе, ребят, пока, да? Обучить. Все только хотят обучаться. Угу. Да, все. Все, что мог, на сегодня, ребята, сделал. По поводу арены, давай, наверное, мы с тобой пойдем на нее завтра. Мы с тобой как раз допройдем, надеюсь, вот это вот событие, угроза, да? И на аренку сбегаем. А на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.